Ну, курить уж. Да, он курить ушел, ладно. Тоже пойду курну по говно. Ну, я тогда пойду курну. Давай, платье мне. Я зашла. Щетки только скину после ока, кто встанет на. Пикните, ребята. Да тебя нечаянно кикнули, миссанули. Да, и пигастр он пишет. Это... Чё я хотел-то? Слышишь, Йотан, блядь, портал нахуй. Ебал дохнуть от притяжки. Так, блядь, из-за этого и умер, бля. Так, блядь, ты чё, дрофлишь, что ли? Не, я проебал, когда новый портал поставить, блядь. Угу, да. Синдра спускается, сразу ставь. И потом следи, обнови. Да не, нормально сейчас. Сейчас я почти не считала, я под освобожденкой просто по КД, а у меня там ХП мало, по сути, саппорт бывает. Бля, а сколько РДДшнику можно освобожденки набирать? А то у меня, блядь, она по КД. 7-8. 4 арша мы уходите, ничего не себе. Да, я ты. Нет, я оставлю это 5. Да, ДЦ. Да, есть. Смерть. Да. 270. Без. Нет, Биг Бабл. Он взяли его, красавчик. Да пускай смерть спекает в лице. Не люблю я больше двух шамов. Ох, как не люблю. Ну, безвыходная ситуация. Слушай, ну я шама, ну, 5 стаков набираю, больше не беру. Ты можешь больше набрать, просто если у тебя символ на волну стоит. Под момент взрыва, ну там за одну секунду кастишь нормально. Либо в себя, либо через кого-то, если есть сильный. Ну там что-то даже глыбы захиливают шамана очень плохо. Просто заметь. Он не пойдет, мага. Во-первых, он в тернистой долине, значит, он фармит тигра, а во-вторых, он в обычку не ходит. Блять, а где вы? Как там фармить? А что, что я скажу? Нихуя. Потом расскажем. Так, блять, кто нахуй? Вот и Герц? Эй, я не испуган, братишка, это жьёт. Похлеще некоторых пугов. О, все вы тут челиков понабрали. А я... Можно фулл баф по шаману, каску, инту? Да, все будет. Инты нет, я... Не пойдет он, ребята. А что это за рога? Да, а что за тип нахуй? Плюснул в рейд и... А, о, он грузился.
Да, а я... по шаманам дайте, пожалуйста. Кулак дайте. Кулак. Рыбу справа поставь. Кулак правый. Дай только настакать. Дайте кулак правый. Поем. Подожди, подожди. По хантам ни каски, ни кулака. Пока ничего не бафнул, давай назначь. Я пусть ретрик кулаки дает. Я вижу, что Тамагочи бахнул каски. Пусть кулаки даст. Я готова. У нас что, 4 шумана? Ебануться. А, каски, сейчас я ребафну, я отходил курить. Дай кулаки лучше. Дай кулаки, да, эпигастри, давай каски, это... Не вопрос. 5. Да, 5? Давай так. Я буду как бурс с хилом, так что... Шабан хил, шикарный обед. Каски пристам, кто там. Не додал. Полуки разбафал. Каски. Эпик, раздай каски. Эпигастри, каски, дай. Ягодный торт — это фул донат. Не дай мне. Не сдавайте меня, ребят. Каску дай. По хантам. Пусть крепость даст. Пристам тоже. Ладно. Четыре паладина есть в ладони. Просто можно среди них распределить, они по ладону будут. Можешь дать мне ассист, я могу перераст. Я раздал. И вон тотем есть. Совет, кстати, может, просто вставляю свое я, но совет для РЛ скачать тоже полипауэр. Без, даже если не играя на паладине, можно настроить остальным паладинам, кто что должен бафать. Это хуйня. Делать больше нечего. Смените тьму на лед. Да-да-да. Кто первый забирает? Так, сопротов нет, хилите. Ну есть, так, а, нет, разве? Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. А что, эпигастрия отсутствует, что ли? Бежит. Метка в центре. Нет. Уйдите с центра. Кто это? Смерть. Давай диван. Точно? Короче, я дал гимн на ХП. А теперь мне что-то
А у меня КД. Я, блядь, щит этот включал, она же в обычке не бьет, блядь, по другим. Центр. Конечно. Но мы с ним как бы менялись нормально до этого. Подмени меня. Он улыбишь. Ага, понял. Подождите, вы стаки. Центр или как? Не разбивайте, сейчас притяжка будет пойти. Беги, малышка, беги! Креста старого, подхилите его. Погибни! Ясно. А как, не хилит, что ли, никто? Черт, не взяла, блин. Так, так. Ну танка, подхиль. Да ладно, мое кольцо, мое кольцо, мое кольцо. Да, она бесполезная. Выбей. Изи босс. Плохое. Так, подожди. Мы на профа сейчас? Это пул рейда 270-е. Блин, да вы так сбрили быстро, я что-то, блин. Ну потому что слайдеры бы уходили, вот и все, вот и прошли, нормально.
А, я, кажется, поняла, почему танков никто не хилил. Все цепуху спамили, да? Да я там не родила, чуть пока этих танков отхилила со стака. Блин, не пульте мобу, пожалуйста. Ой, это... Не-не-не-не-не, я же ничего сделал. Тут РПБ дает, мне это не надо. Давайте убьем, мне. Подожди. Давай, давай. Ебанулись в ЛК сидеть, а? Да. Не ходи в эту боль, не ходи. Да, 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 надо перчи. А. Голова надо. Там угочи. За что? За то, что я один раз лакнул? Ну, просто, блядь, весь рейд нормально сидел, нормально отрабатывал, и просто один раз на глыбах, когда нужно было просто впрудиться. Не разраливай, мне присту надо. Без моего приста не разраливай печеньки. Я пароли тоже. Блядь, а там дверь не открыли. Приста не было. Этих пристов не было. Зачем вы тут заходите? Ну, вот а в чем прикол туда заходить? Я что-то не пойму. У меня есть, да. Я за приста своего. Линию можно? Ну. Это на ДЦ очень хорошие тапки. Скорость. Я захожу, раз 3 минуты осталось. Ставьте шкаф. Поставьте шкаф, да. Линию на хила. Стыдно ее напало одевать. Спасибо. Могилю шевели поршнями. И быстрей. Я захожу. Сейчас в сумонте. Тапки нужны. 3 минуты осталось. Уже меньше. Я сумонте. Сумонте. Тебя сразу 5000 человек сумонит. 6. Мне надо быстрее. Бля, ее распылил нечаянно. Вот, где ты?
Вот. Жанроль. Чего, тапки эти? Шо? Там же кожаные за ОД такие же, нет? Mm-mm. Ну, хотя бы одну медну надо. Там в кожаных, по-моему, крита больше, или сокеты другие, не помню. Ура, хоть что-то. Да я просто не знать не выберу. Точно тапки не нужны? О, кольцо, кольцо. Не нужно. Надо... На кого оно вообще? Ну, да, просто... мне кажется, нормально. На Элима оно ж не пойдет. Даже ролик. Я просто хоролила. Да-да. Еще. Я не знаю, зачем ты их кинул на ролл, если ты их захотел заанролить. Блин, ну ладно. Нет, я там написал, но... Тут мне в хиле оставаться, или вот тебя нужно? Тут так-то... Хилы почему все пау ехилят, все шаманы. Не будете метки захиливать, уши надеру. Крепость, ты босса танчишь? Угу. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Этот шаман к нам гильду хотел, да? Нет, за хилом, я не могу себя хилить. Okay.
вкус как вишенка. Ой, извините. Да. Да хер его знает, я, блядь, шотнула сразу. Вязкая гадость, второй раз вязкая гадость прибила. Да в том-то и дело, написала, ту хрень сразу в сторону начал отходить и упал. И такое. Да. Престовского нет, уже хорошо. Расстраиваться не пришлось. За поездку спасибо, ребят. Ёб твою мать! Поймайте. Да я что-то этот на молок нажал и альтап. Разворачиваюсь тут в альту, блин. Бля, блядь. Мутик вообще ноль в связи просто. Мутик это туннелище класс. Пошел нахер. Пошел нахуй просто и все. Я помню, как Серебаном, блин, просил, просил вниз. Вот тебе никто не говорит, что я мазохист. Я скажу. Ты мазохист? Да его Слава зовут. Все, Мозер узнал имя Войда, теперь будет его. Слава, я не хотела сдавать твое имя. Так... Да я знал его, я просто настроение. Я же его YouTube канал смотрел, лайки даже. Да, блять, у меня даже в ЧС язык. Войд. Я отойду. Мозер, нет друзей. У кого надо спросить? Не, ну, тогда проще просто подождать, переговорить. Не, я понял, я думал после рейда вообще поговорить, ну, потому что, типа, поговорить, в смысле, не то, что прям.
Вот ты посмотри на нижних и переходи. Ну да. Сначала нужно выбрать цель. Нет. Ну вообще должна, слушай. Но это не точно. А как, по-твоему, могут хилить 4 шамана? То должны? Там вроде еще протик вешает, это правосудие, свет. Наверное, люди смотрят на адмирала и охуевают просто. Ну, блядь. Забей. Там каждый шмот уровень глаз. Ну. Да. Чего сидим? Кого ждем? Слава, можно я на ДЦ здесь зайду? Так-то захилят. Только если по таргету будет... Если по таргету будет хилить, они одними цепухами. Все скажу. Во-первых, Ачива, во-вторых, я бы полутала все-таки Аркус. Не, по АУЕ хороший хилан. Плюс ДЦ сейчас будет. Нормальным. Опа, я что-то завис. Тыкайте последний, блять. Я зашла. Да. Меня не присоединили. Смысл? Баф, пожалуйста. Стоп. Трёх ног. Прибыли, наконец. Хвалёные силы.
быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки. Кто на боссе, кто на трэше. Ты пройдешь через эти мучения сам. Сейчас будет очень много еще. Ты будешь молить о пощаде. Заспались. Но я не буду слушать твои отчаяния. На кого? Блять, йотун, на кого повесить, СС? На себя повесь. Ну вот это да, дельный совет. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Полин. Не ругайся, сейчас. Пегас, ты же разверни в его сторону, там будет сейчас спавниться, да? В сторону крепости. Кашель сухой. На кого намекаешь? Танк. На танке, на танке.
Инор по шаману нищий. Чем Кар сбивает Приста? Шаку. Жила. Бля, вы определитесь, алло. Бля, пошел ДПС. Куда? Да вы ёма! Тимбыч! Ёп! Да у меня лагает сильно. Угу, да. Могу скрин сделать. Поменять его прям. Комната там. Дайте джекс, пожалуйста, поломано. Рисун поставлю сразу. Так, ну. Про чё? Да он просто перед танком бежал посередине. Нет. Все держали раньше, а он был под боссом. Вот и всё. Вся тактика. Если я в комнату попаду, я не знаю, выйду оттуда или нет. Шакл. Я поняла, что как сбить. А Воку чем сбивать? МП5, дайте шаману. Чё, поменяете? Так иди, иди в Далран, расслагает у тебя. Тебя убьём. Дайте им МП5 вместо кулака по шаману. Мы же вроде этого.
Неужели прибыли наконец? Хвалю. Дайте по престолам по 5, пожалуйста. Да, блядь, что ты там нонсит? Дай порофлить. Вдруг кого-то еще там лаги обнаружит. Замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Ты нахуй чему вред ты несешь, блядь? О, ебать. Ты что, слепой? Пиздец. Смотрите, как мир... Блядь, а там сфера бьет, опасно. Яд, блять, плу. Two, one.
ломаете или не слышно? Просто прочистка Гердова. Осквернение. Нормальный ты круг дал. Почет. Круг почета, блин. Ничего не хотел. Скринение разбежались. 4, 3, 2, 1. Саку приеду. И вы разлетитесь на ледяные. Пиздец. Никто не умрет, никто не умрет. Камеру сверху верим. Сохранение. Вот ты красавчик. Ну да, блядь. Пацаны, блядь. Ты что, охра. Ледяная. Красавчик. Захил, блядь. А у меня кое-что, блядь. Свободно. Жмись, танк. Блять, ну что? Пришел. Крепость забирай. Выхожу из комнаты, тут оскорнение, две лужи огромные. Нихуя вы играете, пиздец. Ебать, ухлеб отнесь. Блять, чё тут в голос? Ебал я такие рейды, нахуй. Полина, ты чё, от духа умерла? А, там было осквернение, да, я нажала реактивный прыжок, чтобы осквернение выскочить, и да, на духа наткнулась. Зато осквернение не распространилось. Красиво. Угу. Если чё, когда престом можешь фейджать в любой момент, духи тянет. Почетный круг, давай, давай. Почетный круг давал, как обычно, блядь, между двумя огромными лужами на платформе, нахуй. Тут я выхожу, нахуй. Повторюсь. Мозер, повторюсь, я на него налетела, на этот дух.
Понял, я же говорю, на будущее. Фейт нажимаешь, тут тебе не летит. Не он за мной гнался, а я на него. Да я понял, я тебе вообще на будущее говорю. Потонуло. Да. Бля. А кто с пуга в рейде? Там Тамагочи дожил, да? Кто еще? А что Тамагочи? ДКшник дожил, мы недавно смотрим. 6к ДПС. Много хоть ачив, ну-ка. Тамагочи нормально, 60к. Я. Нифига себе ачив. Нифига себе, 4000 приз ДПС. Это чейтвин? Просто интересно. Булеван. Еще что говоришь? Буливанчик. Это когда ДПСишь слабенько 4К. Тирдолики, полироли там мне на почту, блядь. Зов и падение. Ну, хоть осколок упал. Сука, вот в обычке он падает, блядь, а в гире он не падает. Я чего полутал уже? Тебе что, Крис нужен, что ли? Да, уже четвертую неделю не падает. Да господи, это помойка по КД падала. Падал. И никто не рулил ее. Пока меня не было. А, сейчас не падает. Нету магов, да, в рейде? Ставлю портал. Спасибо, Войд. Бля, Леха, ну, вообще, не знаю, где-то 110. Не Войд. Войд, тебя стак сапротов. Нахуй ты это мне дома скинул, я так и не понял. Не знаю. Адмирал там меня ругает в личку. Да лучше от духа сдохнуть в такой момент, чем лужу разлить и весь рейд вайпнуться. Ну серьезно. Что за маг такой это? Своего портала и свалил. Позер, пойдем с тигром поможешь. Что делать нам? Аликов пиздить. Чё, я фурики себе думаю, что их пиздил? Да похуй. А чё я жду? ЕП, что ли? Так, вроде всё. Ну, давайте, ребят. Чё там, с профа печеньку можно паролить? Сколько осколков? Ой, 3 штучки, да? Спокойной ночи. 3 осколка? И ещё захлопнул в дверь. На шумана. Шамана печенья. Пять рулей уже было. Да не было рула с профа еще.